Президент поздравил белорусок с Днем Матери. Особые слова признательности многодетным женщинам, которые воспитывают детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. К слову, сегодня стартует неделя родительской любви. Уже в следующую пятницу, 21 октября, страна впервые отметит День Отца. Март продолжает мониторинг после введения ценового моратория, но нарушений пока выявлено немного – в 3 магазинах из 400. Сообщить о росте стоимости может любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В республике сокращают основания для отсрочки от призыва. Теперь на нее смогут рассчитывать только студенты, которые направлены на учебу за границу государством. Это необходимо для увеличения количества призывников и повышения конкурентоспособности отечественного образования. Православные отмечают Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день считается главным христианским праздником осени. Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить о заступничестве. В старину на Покров пекли блины. Считается, чем больше в доме приготовлено вкусных блюд, тем теплее и уютнее будет зима. В Бобруйске в этом году объем выполненных работ по реконструкции улично-дорожной сети превышает 260 тысяч квадратных метров. На 45 тысяч больше, чем в прошлом. В планах на 2023 сделать акцент на замену асфальтобетонного покрытия тротуаров на плитку. Появятся и дополнительные велодорожки. Сейчас это свыше 28 километров.